Гороскоп на 28 марта 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В четверг – благоприятный день. Будет шанс быстро справиться с решением каких-то важных задач, а также найти ответы на вопросы, беспокоящие не только вас, но и окружающих. Вы быстро учитесь новому и перенимаете полезный опыт. Это позволяет добиться заметных успехов в работе. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, с которыми будет очень интересно иметь дело. Не исключены романтические увлечения. Перспективы у новых отношений благоприятные. Вы не потеряете голову, поймете, как лучше вести себя с человеком, который вам симпатичен. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Овну нужно позаботиться о том, чтобы энергия не распылялась на незначительные дела. Вас окружают надежные и любящие люди, поэтому принимайте это с благодарностью. На работе соблюдайте дисциплину и не спорьте с теми, кто опытнее и старше. Овну нужно умело распорядиться деньгами, которые идут в руки. Гороскоп «Дом» на сегодня. Профессиональные дела несколько затормозятся, вероятно, недоразумения с друзьями. Позиции и мнения людей, от которых зависит дальнейшая деятельность Овна, не будут соответствовать его ожиданиям. Деловым Овнам надо учесть, что рискованные финансовые операции и коммерческие поездки нежелательны, так как могут принести лишь потери. Личный гороскоп. Напряженный день, поскольку придется тратить время и силы на нерешенные проблемы в отношениях с коллегами или близкими людьми. День связан с серьезными провокациями, потерями, обманом. Вероятны эмоциональные срывы и нервные перегрузки, что грозит Овнам обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Мужчины-Овны могут стать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овны сегодня примутся за активное реформирование своей жизни. Вы попробуете многое изменить в служебных делах, а после возвращения с работы домой столь же рьяно будете применять инновации на личном фронте. В четверг, Тельцы, вы будете больше мечтать и размышлять, чем действовать, но это не так уж плохо. Появляется много интересных идей, и сейчас их можно обдумать, взвесить все за и против. Нетрудно будет найти единомышленников и союзников, поскольку вы многих способны увлечь своим энтузиазмом. Даже если события развиваются быстро, вы обращаете внимание на мелочи, стараетесь ничего не упустить из виду. Это помогает избежать ошибок, найти кратчайший путь к цели. Будет возможность помочь близким, и вы ее не упустите. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп советует Тельцу проявить настойчивость и мудрость, занимаясь профессиональными вопросами. Физический труд принесет огромную пользу, особенно в решении финансовых проблем. Тельцу следует сделать акцент на состоянии здоровья, питаться по режиму и заниматься спортом. В личной жизни будьте инициативным, а не пассивным партнером. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вас ждет успешный день. Сейчас вам окажутся по плечу любые трудности. Одиночество для вас в этот день противопоказано. Только в команде, в коллективе, вы сумеете проявить себя. Важно не зазнаваться. Быть скромнее и помнить, что вы не всегда будете в центре внимания. Личный гороскоп. Вероятны проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является ваша собственная сверхчувствительность. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания. Проявите сдержанность и такт. Это особенно касается женщин. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. У Тельцов сегодняшний день пройдет очень ровно и позитивно. Доброжелательная атмосфера на месте работы поспособствует вашему успеху в делах. Вечером вы получите много приятных эмоций от общения с друзьями и родственниками. В четверг – благоприятный день для общения в неформальной обстановке. И деловые переговоры, и важные беседы личного характера вам удается вести легко и непринужденно.
Собеседники не останутся равнодушными к вашему обаянию, охотно согласятся на какие-то необычные предложения, признают вашу правоту. Будет возможность навести порядок в финансовых делах, рассчитаться с долгами, запланировать какие-то покупки на ближайшее будущее. Не исключены денежные поступления, а также деловые предложения, сулящие скорую прибыль. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Близнецам в этот день нужно обратить внимание на духовные богатства, а не только на материальные ценности. Без денег, конечно же, невозможно прожить, но от их количества не все зависит. Близнецам необходимо заниматься коллективным трудом, а не индивидуальным. Для того, чтобы завоевать симпатию человека, вам нужно быть более романтичными. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня особое удовольствие близнецы могут получить от такой работы, которая позволит им больше общаться с людьми. Кроме того, работа не должна быть однообразной, иначе вы заскучаете. Как только вы будете готовы к тому, чтобы упорно трудиться, ваша карьера начнет развиваться, и скоро вы достигнете больших успехов. Личный гороскоп. Вероятно, служебные дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является ваш собственный характер. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания. Проявите сдержанность и такт. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецам сегодня будет очень сложно контролировать свои бьющие через край эмоций. Если вы не хотите в обозримом будущем решать ряд сложных служебных проблем, постарайтесь сдержать негативный порыв, услышав гневную критику из уст своего руководства. В четверг начало дня может быть непростым, особенно для тех, кто не привык контролировать свои чувства, сохранять хладнокровие и принимать взвешенные решения в неоднозначных обстоятельствах. Возможны небольшие финансовые потери, неудачные покупки. От крупных приобретений в это время желательно воздержаться. Вторая половина дня пройдет лучше. В это время вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы сможете достичь профессиональных успехов или что-то изменить к лучшему в отношениях с близкими. Не исключены хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи. Личный гороскоп. Этот день можно делить на две половины – неудачную первую и удачную вторую. Вполне может статься, что человек, от которого вы зависите, недоволен вами. Будьте готовы к серьезному разговору, так как последствия его могут быть самыми неожиданными. Запланируйте более ответственные как личные, так и общественные дела на вторую половину дня. Она принесет вам мир и восстановление равновесия. Займитесь воспитанием детей, активно участвуйте в их делах, играх и увлечениях. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. В этот день Рак может накопить столько энергии, которой хватит на долгое время. Главное – во всем быть рациональным и осмотрительным, чтобы не пуститься во все тяжкие. Вредные привычки исключите, особенно спиртное. Азарт и риск в деньгах может подвести Рак под черту краха. Для дальней поездки неподходящее время, как предсказывает гороскоп. Гороскоп «Дом» на сегодня. Переговоры, проводимые сегодня, могут быть весьма успешными. Стороны быстро найдут общий язык. Постарайтесь предварительные договоренности перевести в заключение долгосрочных соглашений. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам в этот день лучше держать при себе свои истинные чувства и желания. Симпатия, которая пока едва зарождается в вашей душе, должна пройти проверку на прочность, а уже затем стать достоянием общественности. В четверг для Льва благоприятный день. За что бы вы ни брались, шансы достичь отличных результатов высоки. Вы не боитесь конкуренции, легко вступаете в борьбу даже с сильным врагом и можете одержать важные победы. Могут появиться новые дела и задачи, и вы будете им даже рады, ведь это шанс проявить себя. Возможно, знакомство с необычными людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Не исключено романтическое увлечение, которое подарит много ярких переживаний.
Вторая половина дня подходит для поездок. Они обещают сложиться очень хорошо. Личный гороскоп. Напряженный день. Вероятные конфликты или недоразумения отнимут значительную часть времени и сил. Однако все равно ситуация сложится не в вашу пользу. Возможно, вам придется заняться незапланированными делами. День связан с серьезными провокациями, потерями, обманом. Не исключены резкие смены настроения, раздражительность. Постарайтесь уходить от конфликтов, переключаясь на другие дела. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Льву нужно больше общаться и встречаться с людьми, чтобы достичь намеченных целей. Единомышленники во всем вас поддержат, а влиятельные люди помогут уладить денежные вопросы. Льву желательно организовать культурное мероприятие, которое сплотит всю семью и подарит море позитива. Гороскоп «Дом» на сегодня. Возможны вынужденные траты, выплаты по задолженностям, кредитам. Тщательно придерживайтесь намеченного ранее плана во всех финансовых вопросах. Избегайте непродуманных действий и авантюр. Не вкладывайте деньги в проекты, связанные с авиацией, электроникой. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы сегодня рискуют перестараться в своих попытках вызвать интерес со стороны окружающих. Посторонним не обязательно знать интимные подробности вашей жизни, а гротескный макияж – это далеко не способ привлечь к себе живое внимание. В четверг, Девы, доверяйте подсказкам своей интуиции в начале дня. Именно они помогут вам избежать ошибок и поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть. Это благоприятное время для деловых встреч, переговоров о сотрудничестве. На новых знакомых вам удастся произвести хорошее впечатление. Вторая половина дня будет более напряженной. Во-первых, в это время придется заниматься сложными и ответственными делами, решать чужие проблемы и исправлять промахи, допущенные другими. Во-вторых, вам будет трудно разобраться в собственных противоречивых желаниях, правильно расставить приоритеты. Личный гороскоп. С этого дня внимательно отнеситесь к финансовым операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, заключать сделки. Возможны мелкие потери, кражи. Вероятно, вам предложат выгодное дело, но с деньгами придется подождать, так как результат не может быть молниеносным. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп рекомендует Деве самой разнообразить этот день, собирая логическую и полезную информацию. Встреча с давними друзьями поможет вам найти новые и интересные ходы в рабочей сфере. В любви Деве повезет больше, чем в деньгах, но это и к лучшему. Назначайте свидание и будьте смелее в признаниях и поступках. Гороскоп «Дом» на сегодня. День принесет вам много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик, если вы вовремя в них не разберетесь. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девы сегодня основательно возьмутся за решение накопившихся служебных вопросов. До позднего вечера вы будете выявлять, а затем устранять каждый просчет, когда-то допущенный в работе. Когда вы закончите все дела, даже усталость не сможет омрачить вашу гордость за свое трудолюбие. В четверг у весов благоприятный день для делового общения, встреч с влиятельными людьми. Вам придется приложить усилия, чтобы произвести хорошее впечатление, но вы справитесь с этой задачей. Понравитесь даже тем, кто настроен критически по отношению к окружающим. Не исключены предложения, сулящие большую прибыль. Принимать можно только те из них, что не связаны с риском. От участия в авантюрах лучше воздержаться. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Многие семейные проблемы решатся благодаря вашему вниманию к близким, способности поддержать их в трудный момент. Личный гороскоп. Двойственный день. Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Возможно, вам нужно продумать новую тактику поведения. В этот день полезны физические нагрузки. Сны будут вещими и принесут конкретную информацию. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Сегодня Весам нужно прислушиваться к внутреннему голосу, а также взвесить все за и против.
Больше бывайте на свежем воздухе, даже если погода пасмурная и прохладная. Окружающая природа наполнит весов силами и энергией, что необходимо для активной работы. Если сегодня весы станут увереннее в себе, то привлекут на свою сторону достойных людей. Гороскоп «Дом» на сегодня. Неплохая пора для проведения косметических процедур, похода в парикмахерскую. Эффективны меры профилактики аллергии. Снять напряжение дня поможет теплая хвойная или валериановая ванна. Любовный гороскоп на сегодня для весов. В жизни весов в этот день возникнет ряд непредвиденных ситуаций. Постарайтесь сохранять спокойствие и ровный эмоциональный настрой, даже когда вам захочется расплакаться от бессилия или закричать «Господи, да за что же мне это?». В четверг начало дня удачно. Благодаря наблюдательности вы сможете вывести на чистую воду тайных недоброжелателей, разоблачить интриги. Возможны перемены к лучшему в деловых отношениях. Вам удастся добиться уважения людей, которые склонны недооценивать окружающих. Некоторые скорпионы обзаведутся влиятельными покровителями. Вторая половина дня будет несколько сложнее. Во-первых, в это время вероятны расходы, причем более серьезные, чем вы ожидали. Во-вторых, близким может потребоваться ваша помощь, и ради того, чтобы оказать ее, придется отложить собственные дела. Личный гороскоп. Этот день обещает быть удачным, он ознаменует возрастание вашего творческого и делового потенциала, хотя, возможно, некоторая растерянность из-за заманчивых деловых предложений. Нужно помнить, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Ваша мудрость и проницательность помогут справиться с проблемами во всех сферах жизни. Постарайтесь не терять контроля над повседневным и обычным. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Скорпион». Если скорпион хочет достичь материального благополучия, то ему нужно по-новому взглянуть на прежние источники заработка. В процессе общения с близкими людьми будьте корректны и мягки, иначе ссора неминуема. Гороскоп не советует скорпиону лечиться самостоятельно, даже если просто простудился или отравился некачественными продуктами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Это время накопления богатства и материальных ценностей, а также деловых и личных связей. Появится много возможностей улучшить свое положение в бизнесе, профессии. Работа должна приносить не только деньги, но и глубокое удовлетворение, гордость за себя и своих сотрудников. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионам сегодня следует основательно подготовиться к конструктивному диалогу с коллегами. Ваша карьера не сможет продвинуться вверх до тех пор, пока вы не научитесь учитывать мнение служебного коллектива. В четверг день будет удачным. Вы сможете получить ответы на многие вопросы, тревожившие вас в последнее время, добудете информацию, которая окажется чрезвычайно полезной. Возможны интересные поездки, а также встречи с людьми, у которых можно многому научиться. Не исключены служебные романы, перспективы у таких отношений благоприятные. Можно строить долгосрочные планы. Вам не трудно предугадать, как будут развиваться события, правильно оценить свои силы и возможности, а также намерения окружающих. Личный гороскоп. Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют от вас максимальной активности и быстроты реакции. Не исключено, что вам придется решать несколько дел одновременно. Из-за некоторой наивности и доверчивости вы можете попасть в двусмысленное положение и стать мишенью для злых шуток. Не исключены проблемы в отношениях с партнером или с ближайшими родственниками. Будьте внимательны при общении с лицами противоположного пола. Вероятные проблемы будут связаны именно с ними. Однако знайте, что причиной всех недоразумений являются ваша собственная суетливость и поспешность в действиях. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Стрельцу следует завязывать нужные контакты, которые помогут в будущем достичь высот в карьере. Работайте на перспективу, а не только ради денег. Отличный день для творческой деятельности, сбора новостей и романтических привязанностей. Любое знакомство у Стрельца обещает перерасти в крепкие любовные отношения. Гороскоп «Дом» на сегодня. Некоторая суета и нестыковки второй половины дня потребуют от Стрельцов
повышенной организованности и ответственности. Вам следовало бы больше задумываться о своем будущем. Вы должны стремиться улучшить свое материальное положение. Стоит отложить немного средств, тем самым вы обеспечите свое будущее. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Стрельцы сегодня освободят себя от каких-либо моральных барьеров и внутренних ограничителей. Вы смело и решительно зайдете в кабинет и объявите своему руководству, что впредь не намерены слушать критику и довольствоваться столь низким размером оклада. В четверг в первой половине дня важно сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокации. Если вы утратите спокойствие, начнете сердиться из-за пустяков, горячо спорить с людьми, которые с вами не согласны, дело может закончиться серьезным конфликтом. Стоит быть осторожнее с деньгами. Опрометчивые решения могут привести к заметным финансовым потерям. Вторая половина дня будет гораздо удачнее. В это время вероятны и приятные сюрпризы, и совпадения, благодаря которым перед вами откроются новые возможности. Этот период подходит для новых знакомств, обещает встречи с интересными людьми. Личный гороскоп. Период активной борьбы и противостояния. Сегодня внимательно отнеситесь к финансовым операциям, расходам, покупкам. Всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми и партнерами по работе. Упорно, никуда не сворачивая и не обращая внимания на возможные осложнения и разочарования, идите к намеченной цели. Ваше упорство и исключительная работоспособность принесет свои плоды. Будьте внимательны к своему здоровью. Любые перегрузки, работа, граничащая с самоотреченностью, как, впрочем, и потакание своим слабостям, могут пагубно отразиться на здоровье. Вероятно, резкое ухудшение самочувствия. Сломанная вещь или потерянный ключ во сне – признак перемен к худшему. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп рекомендует Козерогу всерьез задуматься о семейном положении и близких людях. Меньше оглядывайтесь в прошлое, а живите настоящим. Проблемы в финансах вам поможет решить человек, который давно вас любит и ценит как личность. Не ввязывайтесь в споры с начальством, иначе навредите собственной карьере. Гороскоп «Дом» на сегодня. Деятельность этого дня придется посвятить решению внутренних проблем на производстве или в творческом коллективе. Изобретательность, а также сила убеждения помогут вам работать плодотворно. С вами мало кто может сравниться, когда нужно убедить людей в чем-нибудь или оказать на них влияние. И все же вы должны обеспечить себе покровительство, познакомиться с людьми, которые могут вам пригодиться в будущем. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козероги сегодня предпримут первые шаги на пути к новой жизни. Если вы давно задумались, что ваш нынешний роман себя исчерпал, в этот день вам удастся озвучить свою позицию любимому человеку без каких-либо драм и волнений. В четверг день будет благоприятным, если вы сохраните реалистичный взгляд на вещи, не станете витать в облаках. Не доверяйте людям, которые льстят вам, стараются в любых обстоятельствах сказать что-то приятное. Скорее всего, они пытаются втянуть вас в какую-то сомнительную историю. Не исключены финансовые потери. Вторая половина дня подходит для общения в неформальной обстановке. Вы способны найти подход даже к тем, кто обычно ни с кем не ладит. Снисходительность к чужим слабостям позволяет вам избежать разочарований. Личный гороскоп. День связан с суетой, мелкими проблемами, усталостью. Вероятно, домашние хлопоты. Придется разбираться с накопившимися делами. Вероятны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервной системы. Ваше подчеркнутое невмешательство в личную жизнь близких людей окажется не совсем правильным шагом. Проявите максимум участия и заботы. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Сегодня Водолей может не только получить неожиданные деньги, но и выиграть крупную сумму в лотерею. Что же, иногда азарт и риск приносят пользу. Срочное известие придет от дальних родственников, которое заставит Водолея пересмотреть свои планы на ближайшее время. Сегодня удачный день для переговоров, поездок и отдыха на природе. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что сегодня вы попадете под пресс начальства.
как снег на голову свалятся неприятности в карьере. Возможно, начальство поручит вам выполнять неприятную или несвойственную вашей должности работу. Смиритесь с создавшимся положением, старайтесь упрочить дружбу и доверие коллег. В этот период можно начать новую совместную работу с единомышленниками. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеи сегодня начнут активную борьбу за свою свободу. Сначала начальство услышит, что вы не хотите ехать в дальнюю командировку, а вечером ваш любимый человек поймет, что вы не будете выполнять его очередные сиюминутные прихоти. В четверг вас ждет удачный день. Интуиция чрезвычайно остра, благодаря ее подсказкам вы принимаете верные решения, даже располагая минимумом информации. Справиться с рабочими проблемами помогают старые знакомые, которым вы когда-то оказали важные услуги. Не исключены незапланированные поездки, они будут насыщенными и удачными. Во второй половине дня стоит быть осторожнее с теми, кого вы пока плохо знаете. Такие люди могут выведать какие-то ваши тайны, а потом использовать эту информацию в своих интересах. Личный гороскоп. День ознаменует возрастание вашего творческого потенциала и обещает быть удачным. Ваш успех будет зависеть от решительности и предусмотрительности. Перемены в материальной жизни будут восприниматься вами как должное. Постарайтесь не терять контроля над повседневным и обычным. Не ждите лучших времен и благоприятного случая. Выработайте в себе способность к систематическому упорному труду. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Рыбы получат приличный доход в результате хорошо проведенной авантюрной игры. Только не афишируйте свое везение, иначе угодите под прицел завистников и конкурентов. Гороскоп рекомендует рыбам контролировать эмоции, меньше раздражаться и возмущаться в кругу друзей. Для того, чтобы со здоровьем проблем не возникло, пропейте витамины и сходите в баню. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня рыбы могут воспользоваться великодушием и щедростью своих близких родственников, знакомых или соседей. Не исключено, что их помощь значительно улучшит психологическое состояние рыб. Найдите время, чтобы пообщаться с близкими вам по духу людьми. Благодаря поддержке этих людей вы избавитесь от сомнений и неуверенности в завтрашнем дне. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбам сегодня есть смысл вплотную заняться творческой деятельностью. Отбросьте прочь свои сомнения и страх, смело творите, ведь именно так вы реализуете свой внутренний потенциал и в будущем обретете стабильный источник доходов. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!